Так, коллеги, добрый день. Мы начинаем наш обзор трендовой торговли с газ в будущем. Меня зовут Андрей Слепцов. Как всегда, напомню концепт нашего обзора. Но прежде чем это сделаем, давайте проверим видео-аудио. Если все работает, то, пожалуйста, плюсы в чат. Сейчас пока вот... вот первый плюс пошел. Все, ладненько, значит, все работает. Угу. Основной концепт, напомню, что мы анализируем движение валютных пар, исходя из трендовых моделей. Ну и, соответственно, у нас есть три трендовые модели: консервативное взятие тренда, агрессивное взятие тренда и потенциальный разворот. Ну, давайте посмотрим, что рынок нам преподнес. У нас очень интересная картина отрисовалась. И четверг. Так, коллеги, сейчас вроде должен звук быть. Я так все проверил. Сначала вроде плюсик был. Ага. А сейчас... Ну, в общем, сейчас тоже должно все работать. Показывает, что работает. Так, значит, по поводу... так, все, есть, отлично. По поводу наших серьезных новостей, которые нас будут интересовать. Значит, четверг, напоминаю, это Япония. У нас процентные ставки. Как мы с вами говорим в рамках нашего концепта, что не принципиально, какие выйдут данные, важно, что это событие есть. Поэтому может произойти, ну, как мы говорим, все что угодно, то есть резкие движения. Будьте очень аккуратны. Далее это ЕЦБ. Так, тоже нас здесь поджидает. %14,45 ставка. Тоже по евро-доллару мы с вами должны быть готовы. Все, это мы с вами напомнили. И теперь посмотрим движение. Тут у нас, я сегодня вещаю из другого рабочего пространства, поэтому мы вот вчера с вами нарисовали определенные построения, сделали. Но вот на этом рабочем пространстве их сейчас не будет, но в любом случае я повторю все, что у нас было. Так, евро-доллар. Сейчас рынок начал закладываться на эти самые новости. И евро-доллар, вы видели движение по фунту, движение, причем фунт резко дернулся вниз. Кросс-курсы тоже показали, вот, ну, буквально, ну, естественно, с фунтом кросс-курсы показали сегодня достаточно приличные резкие движения, поэтому тренды пошли, это для нас благоприятно. Ну и давайте посмотрим, что конкретно сформировалось. Тут единственное, есть такой небольшой минус, что вот у нас был перерыв, и мы вот начали проводить обзор снова, это вот в понедельник, и получается, в понедельник уже вот движение пошло, то есть по-хорошему вы уже до этого момента должны были сориентироваться, исходя из наших моделей, и эти движения увидеть. Давайте мы с вами, как всегда, сделаем, посмотрим сначала стратегию, которую мы называем хамелеон, то есть разворотную стратегию. Мы с нее, в общем-то, в последнее время начинали. И сейчас вот ее тоже посмотрим. Что у нас получается? В моменте, вот мы сказали вчера, когда проводили обзор, он был вот здесь. Вот. 17.07. Вот мы видели, смотрите что, мы видели еще только вот такую ситуацию. Вот цена находилась вот здесь, корректировалась, пришла вот сюда, и вот мы сказали, что если будет вот такая коррекция, то она как раз впишется в нашу консервативную коррекцию по стратегии ленивец. Но это касаемо консервативного развития тренда, но этого всего не произошло. А касаемо потенциального разворота тренда нам нужна дивергенция. Но здесь видите, что получается. Вот максимум по цене, максимум по MACD. Сейчас обновляется движение наверх. То есть максимумы растут. Пошло очень серьезное такое резкое движение, восходящее на фигуру с лишним. И вот здесь мы тоже по MACD обновили максимумы. Ну то есть по-простому, если сделать такой простенький вывод, который практически нас будет интересовать, то это тот факт, что сейчас нам по евро-доллару разворот искать ни в коем случае нельзя. То есть никаких дивергенций, никаких намеков на дивергенцию здесь нет. То есть у нас идет вполне себе хороший, огромный, такой растущий, восходящий тренд, который, если говорить про хамелеон, начался в результате вот окончания вот этой коррекции, вот здесь. И вот после этого пошло достаточно хорошее резкое движение. Ну и в принципе здесь сейчас мы вообще не можем никаких точек разворота искать. Поэтому если вы держите эту позицию в лонг, то соответственно можно смело продолжать держать, пока нету никаких сигналов. Если этот тренд восходящий продолжится, то вы, ну как мы это обычно делаем, да, мы закрываем половину позиции точно перед новостями, перед ЕЦБ ставкой, и на остальную часть позиции переставляем стоп без убытка. Все, больше тут, собственно, нам пока делать нечего. Далее. Повод к консервативному развитию уже сказал, что мы здесь ждали коррекцию, ждали ее формирования, но, к сожалению, тут даже не появилось намека на эту коррекцию. То есть цена просто вот, если структурно отрисовать, сделала вот такое движение. Она повысила максимумы, ну и стратегия ленивец, как консервативная, в общем-то, не может брать подобного рода движения. Зато подобные движения берет у нас стратегия, которая называется черепаха, которая построена на канале Денчана, поэтому, собственно, называется черепаха, который, то есть канал этот был использован Ричардом Деннисом в эксперименте с черепахами, они торговали на основе этого канала, поэтому такое название. И здесь тоже что у нас получается? Вот был пробой, мы с вами говорили, что это очень резкое движение, то есть тут, если вы заходили раньше, уже были в рынке, то вы находитесь в лонге и ничего не делаете. Если вот на новостях вы не успели зайти, там было очень резкое движение, то, соответственно, ничего тут не попишешь, придется выжидать. То есть в моменте идет развитие восходящего тренда. По стратегии тренд начался у нас формально вот здесь. То есть мы с вами вот отсюда уже точно знали, ну как, в смысле, нет, знание неправильно говорить. Мы отсюда точно видели выполнение критерия восходящего тренда. Мы, конечно, не можем сказать всегда, что вот рынок 100% пойдет наверх или вниз, но мы вот отсюда точно уже понимали, что критерий выполнен. Далее по структуре. Вот здесь рынок пробовал начинать нисходящий тренд, у него это не получилось. Вот тут он коснулся, отскочил. Вот тут коснулся, отскочил. То есть вот этот уровень поддержки, который вот здесь возник. Вот. Раз минимум. Вот. Раз, два, три, четыре, пять раз коснулись этого уровня. От него отскочили. То есть вот здесь, если говорить про канал, цена отторгла нисходящий тренд. Ну и по сути вот уже когда начала двигаться к средней, все вот это уже были такие предвестники восходящего тренда, и потом он, собственно, усилился. Так что все стратегии сейчас сходятся в едином мнении восходящего тренда. Ну и, соответственно, шортить нельзя. Можно только было вставать в лонг. Ну, вот видите, как получилось, что мы начали обзор наш с понедельника, а это уже, по сути, середина тренда. Так что я надеюсь, что вы успели залезть в этот тренд там, в четверг, в пятницу, перед тем, как, собственно, все действие основное началось уже. Потому что в моменте вот формально у нас вот такой тренд. Те, кто добавляются по рынку, может быть, вы сейчас набираете свою позицию, да, но вот идейно у нас получается, что вот единственная возможность, единственный шанс, где рынок мог дать зайти вот тем трейдерам, которые, так скажем, ждут подтверждения, это вот коррекция. Вот у нас все движение импульсное. Вот коррекция 38, там буквально хвостиком кольнули, отскочили. То есть последний, так скажем, шанс запрыгивать в этот тренд был только вот на отскоке от коррекции. Сейчас уже даже такое резкое движение, что нельзя увидеть коррекционных участков, которые могли позволить бы нам определить точку входа на коррекции. Видите, то есть получается, что мы просто обновляем максимум, у нас идет импульс, и коррекции вообще незначительные. То есть вот здесь такая символическая коррекция 23,6. И дальше идет отскок. Ну, в общем, уже тренд достаточно сильно развивается, и нам приходится просто констатировать его наличие и, не дай бог, конечно, не лезть против этого тренда. Так, с этим разобрались. Фунт. В фунте мы тоже с вами ждали коррекцию по консервативному развитию тренда. Этого не произошло. Напомню, что здесь у нас вот такая ситуация. То есть в потенциале могла бы быть коррекция, ну, например, как-то вот так. Но тоже рынок не отрисовал подобную картину. Не отрисовал. То есть получается, что вот у нас потенциально это ожидалось, максимумы в итоге повысились, то есть получается, что вот какую картину отрисовал нам рынок. Естественно, никакого консервативного развития тренда здесь не произошло. Что при этом в таких случаях нам нужно обязательно проверять и проверить. Я надеюсь, что вы это сделали. То есть это мы сразу же при обновлении максимумов идем в потенциальный разворот тренда. Вот что нас интересует. И вот здесь мы видим то, что, собственно, искали. Смотри, что сделал фунт. Он повысил максимумы. И вот здесь резко, совершенно таким резким, диким образом, прям раз, одним движением руки обвалил котировки вот на текущий уровень. И тем самым нарисовал дивергенцию. То есть вот у нас получается максимумы по MACD понижаются, максимумы по цене повышаются. Это классика стратегии хамелеон. То есть сейчас по хамелеону мы смотрим вниз. То есть мы сейчас здесь не можем уже верить тому тренду, который развивался. Но, к сожалению, так произошло. Видите, произошел резкий обвал. Вот огромное, хорошее движение. Три фигуры, на пике дивергенция и отскок. То есть пока мы не преодолели вот этот максимум по цене, а это, извините, на минуточку, фигура 100 пунктов. Трехзнаки. Пока мы не преодолели это расстояние, мы не можем доверять этому восходящему тренду. Но, к сожалению, появилась дивергенция. Дальше. Где точки шорта потенциальные? Ну, со стопом, конечно, шортить 80 пунктов, это, ну, достаточно такая задача-то нелицеприятная. То есть здесь помним о риск-менеджменте, то есть через размер стопа вернее, через размер позиции и размер стопа мы корректируем таким образом свой лот, чтобы в случае срабатывания этого стопа вы потеряли ровно тот процент убытка от своего капитала, который готовы себе потерять, который разрешаете себе потерять. И, соответственно, должны обязательно проконтролировать этот момент. Ну а дальше к этому новому импульсу мы уже только можем замерить теперь коррекцию. То есть если движение пойдет корректироваться дальше, 38, 50, 61,8, то пока вот эти колебания в рамках вот этих движений, это, в общем-то, допустимые значения, исходя из того, что тренд нисходящий, потенциально зарождающийся, здесь будет жив. Если цена сделает вот так, то она сломает эту картину, но мы рассчитываем на то, что цена обвалится, не преодолев 38, 50, 61,8. И вот это крайне важно, как здесь будет вести себя цена. Если она будет демонстрировать эти отскоки, то, соответственно, все будет укладываться в развитие этой тенденции. Ну и, собственно, мы будем уже шортить от этих уровней. Пока, ну, получается, что она вот обвалилась, цена вот в текущее значение, и все. И вроде как замерла, не знает, что ей делать. Ну, а мы будем, соответственно, видя уже этот сигнал, ловить нисходящий тренд. Как мы с вами говорим, что как трейдеры мы можем заработать только после того, как появился сигнал. То есть сначала сигнал, потом движение. Если у нас движение пошло без сигнала, то получается, что мы с вами просто угадали движение. Соответственно, мы не можем его, то есть мы не можем этот успех никак повторить. Ну вот, собственно, вот такая картина. Будем надеяться, что фунт покажет нам потенциал хороший вниз. Ну и если пойдет наверх, то хотя бы не выше тех коррекций, которые мы здесь обозначили. То есть у него есть потенциал двигаться наверх, и это будет для нас допустимо в рамках определенных значений. Так, дальше черепаха по фунту. Тут у нас тоже, в общем-то, ситуация очень такая специфическая. Рынок пришел вниз сначала, вот здесь кольнул нижнюю границу, тут же отверг этот нисходящий тренд. Цена пошла наверх, пошла в восходящий тренд. Через две свечки на третий отвергла восходящий тренд. И сейчас снова ушла в нисходящий. Это на самом деле ситуация-то, ну так, идейно-то не очень хорошая. То есть если бы не дивергенция, это была бы очень неприятная ситуация. Почему? Потому что у нас, получается, цена касается нижней и верхней границы, то есть цепляются эти границы, максимум повышаются, минимум понижаются, у нас есть потенциал расходящейся формации, а это вообще страшное дело. То есть, видите, по определению тренда у нас все наоборот. Не понижающийся, либо повышающийся минимум и максимум, а повышающийся максимум, понижающийся минимум. Поэтому вот в моменте ленивец, вернее, хамелеон и черепаха показывают нисходящий тренд и ждут развития движения вниз. Черепаха так вообще она штука агрессивная, она ждет падения, ну, считайте, вот, чем быстрее, тем лучше, хоть сейчас. Но хамелеон все-таки предполагает, что да, можем еще немного прокорректироваться, но тем не менее, пока мы смотрим в нисходящем направлении. Так, это у нас фунт. Далее доллар-иена. Доллар-иена находится в нисходящем тренде. Мы с вами отрисовывали коррекцию. Единственное, что, насколько я помню, вчера вот мы с вами находились вот в этой точке. Так, сейчас вот 16, да, вот 16, 17. Да, мы, по-моему, отрисовали с вами вот такую коррекцию. То есть в потенциале, тоже в том рабочем пространстве, в потенциале вы могли увидеть эту ситуацию. Но сейчас давайте-ка вспомним, просто сейчас уже, сейчас у нас сколько, 16, мы проводим обзор 16 до 16:30, значит мы в тот раз находились, а вот здесь мы, значит, получается, находились вот на этой свечке 16:30. Угу. Тогда еще коррекцию этого не видели. Все, это убираем. То есть эту коррекцию вы могли видеть только уже потом, после нашего обзора. То есть если вы ее отрисовали, значит вы тогда видели пробой этой коррекции по ленивцу. Тут есть некоторая обманочка такая. То есть те трейдеры, которые рисовали коррекцию и отмечали, то есть видели эту ситуацию до формирования вот этой формации, те трейдеры отрисовывали вот эту коррекцию. Вот получается у нас ситуация. Кстати говоря, вчера вот с вами, может быть, мы ее как раз и отметили. Видите, что получается? То есть в зависимости от того, когда трейдер отрисовывает эту коррекцию, у него будут разные уровни. То есть вот здесь вот такая ситуация, пробой, и вот тут цена отскакивает, и тогда уже трейдер остопился и больше уже не заходил. А если трейдер заходил, ну, то есть смотрел в рынок позже, анализировал рынок позже, то он отрисовывал вот эту коррекцию. Ну а в этой коррекции как раз был пробой, ну, относительно нормальным, хотя тоже стоп-лоссы, конечно, большие. То есть доллар-иена пока движется очень неуклюже, что ли, можно сказать. Если вдруг вы здесь заходили, ну тут вот этот максимум есть, вот этот максимум вообще большой стоп-лосс. То есть тут тогда вы сейчас выжидаете. В общем, по ленивцу пока у нас сейчас в моменте, вот если мы сейчас говорим о текущей ситуации, нет возможности отрисовывать коррекцию, потому что у нас обновлен минимум. Поэтому просто выжидаем. Доллар-иена по черепахе. Тренд нисходящий. Вот цена пробовала пробить, то есть начать восходящий тренд. Отвергла это значение цены, отвергла этот тренд, пошла вниз. То есть тут уже были предвестники нисходящего тренда. И вот здесь он начался. Ну и, собственно, продолжился. Тут цена не уходила выше этого уровня. То есть вполне себе нормальное такое нисходящее движение. Пока развивается, пока тоже претензий к нему нету. То есть ленивец у нас в нисходящем тренде коррекции, правда, не можем найти. Черепаха в нисходящем тренде. То есть стратегии согласуются, и, естественно, в лонг по доллар-иене мы с вами вставать не можем. Можем только шортить. Так, вот у нас хамелеон. Потенциальные точки разворота, где минимумы повышаются, минимумы понижаются. Очень, видите, так неуклюже. То есть на часовом графике дивергенцию четкую мы пока не видим и вряд ли в ближайшее время увидим. Может быть, по 4-часовому чуть позже сформируется. На часовом нам бы, конечно, почетче картину. То есть, видите, получается, что раз, два. Даже если вот эти минимумы брать, то здесь все равно минимум, который потенциально сформируется, он будет, видите, такой весь волнистый. У него будет вот здесь минимум предшествовать, вот здесь. И мы, конечно, за уши притягивать не можем такие дивергенции, поэтому нам нужно ждать вот текущего минимума, подъема, снижения и повышения минимумов по MACD. То есть для дивергенции пока у нас мало условий, поэтому мы не можем никаких сейчас лонговых позиций в доллар-иене заиметь. Так, канадец. Канадец тоже продолжает нисходящее движение. Единственное, что тут коррекцию пока мы никакую найти не можем. К сожалению, канадец нас здесь кинул. По ленивцу пока ничего, просто обновление минимума. По хамелеону давайте. Вот. У нас по хамелеону отрисовывалась прекраснейшая дивергенция. Вот. Вот она. Идеальная. Вот пошло развитие восходящего тренда. И вот здесь, видите, стоп-лосс, буквально вот цена отвалилась, отскочила, вот этот стоп пощупала, сорвала его. Он, ну, как мы вчера говорили, благо он небольшой, 20 пунктов. То есть игра стоила свеч. 20 пунктов стоп-лосс, потенциал огромен. 2-2,5 фигуры. Но нас здесь кинули. Кольнули нижнюю границу нашего стоп-лосса, отскочили и еще ниже пошли. То есть даже если бы не здесь нас выбило бы дальше. То есть просто идет обновление минимумов. Это, наоборот, критерий еще более сильного нисходящего тренда, чем он и так является. То есть он уже достаточно силен, тут еще может усиливаться потенциально. Ну и, соответственно, сейчас вот мы уже, конечно, не можем ничего здесь искать, потому что произошло обновление этих локальных минимумов. Возможно, здесь появится дивергенция серийная, ну, то есть будет 3 минимума понижающихся, 3 минимума повышающихся по MACD, но пока об этом говорить рано, видите, тут уже не так все красиво. То есть уже минимум перешел через вот эту линию, ну, такую формальную, да, вот, то есть уже получается вот такая вот картина. Но тем не менее может еще появиться дивер. Это такие не очень приятные вещи, потому что получается, что ты ждешь разворота, а его все нет и нет. И вообще серийные дивергенции — это опасная штука. Если идет тренд, они могут штамповаться просто одна за другой. Поэтому тут особо радоваться сейчас не приходится. То есть канадец в тренде. Ну и видите, разворот пока не очень-то. Здесь можно где-то отыскать. Что ж, вот такая, коллеги, картина. На самом деле не очень простая. Получается, что в целом рынок закладывается на тренды, на вот эти новости, а вот локально движения таковы, что к ним очень сложно подобраться. То есть если коррекция идет, она идет очень так не прямолинейно, то есть в обход нашим линиям, дивергенцию тоже ломают, фунт резко обвалился, только вот евро-доллар пока идет себе и идет. Ну еще, я надеюсь, вы тоже австралиец поглядываете время от времени. Австралиец, конечно, хорош. Австралиец хорош, прям прекрасен. Он прям четко идет себе. Он километровый тренд. 3 почти с половиной фигуры. То есть тут у нас, в общем-то, хороший тренд. Надеюсь, вы в нем тоже участвуете. Золото. Быстренько сейчас покажу. Собственно, австралиец реагирует. Золото тоже в нормальном таком хорошем тренде. Черепаха. Эти тренды отслеживают. Вот здесь было отторжение нисходящего тоже, ну как в евро-долларе, помните. Пошли сначала, потом преодолели. Тут единственное, что вот резкий скачок, поэтому если у вас вот получилось заходить, вот, то вы в тренде. Если нет, значит тогда уже теперь провожаем взглядом, потому что просто цена летит. Так. Все, пока оставим это. Ну и вот евро-доллар, видите, продолжает свою восходящую эпопею, обновляет максимумы. Ну, в общем, никаких шортов пока здесь быть не может. Ну что ж, коллеги, мы с вами готовимся к новостям. К новостям уже мы должны иметь полный контроль над позициями. Ну и, конечно, будьте аккуратны. Рынок сейчас такой очень сумбурный. Тренды есть, но очень такие сложно высчитываемые. То есть коррекции их не показывают напрямую. Да? Получается, что где-то новости, где-то он с новостей начался. Ну и так далее. То есть приходится очень быть внимательно, аккуратно. Впрочем, как и всегда, это рынок. Что ж, коллеги, на этом тогда закончим. Встретимся завтра в 16:00. На следующей неделе классически в 10:30 будем встречаться. С вами был Дмитрий Скрипцов. Пока.